Я недавно вышел из Преображенского городского суда, районного, из Преображенского районного суда. Рассматривали дело о выписке из квартиры, вернее, снятие с регистрационного учета женщины с несовершеннолетним ребенком. Ну, фактически, она уже там давно не проживала, но выписываться не хотела. Хотя у нее было, собственно, где жить. Соответственно, мы подали в суд. Человек, когда съезжает, он утрачивает право автоматически проживания в квартире, когда он добровольно съезжает. Ну и, собственно, в общем, мы все доказали. Все, что необходимо в данном случае, что людям, во-первых, есть где жить. Во-вторых, они съехали добровольно. В-третьих, они нигде не числились там, в библиотеках, поликлиниках, школах и так далее, которые находятся в этом районе, где они, где у них была регистрация. Ну, они просто против были. Соответственно, обязательно всегда на таких заседаниях присутствуют органы опеки. И органы опеки как раз говорит: ну а что вы боретесь-то? Придите к мировому соглашению, договоритесь как-нибудь. Ну и та сторона, в общем-то, понимала всю перспективность. Ну а для нас, все перспективы этого дела. Ну а для нас, что важно тут было, что... чтобы это все-таки закончилось как-то миром. Всегда же лучше миром, чем просто там в нашу сторону вынесли решение. Потом будут апелляции, потом это все, можно еще вставлять палки в колеса. В общем, можно как-то это затягивать дело. Ну, а в нашем случае мы договорились с миром, и органы опеки счастливы просто были про это. Об этом, потому что им, ну, мне кажется, морально просто. По всем юридическим правовым основаниям они должны были поддержать нашу позицию, чтобы выписать ребенка с матерью, да. Но, естественно, морально все равно для людей как-то вот выписать ребенка из квартиры, это... А, еще есть, кстати, миф, что это невозможно, все возможно. Поэтому мы смогли заключить мировое соглашение, ну... добились того, чего и хотели. То есть сняли с регистрационного учета, дали срок для этого снятия. Ну, то есть, где мы пошли на уступки, мы дали достаточно длинный срок для того, чтобы они добровольно сами выписались, а не по суду их выписали. Так что тут все довольны. Еще одна история, я надеюсь, завершилась. Не придется принудительно нам исполнять это мировое соглашение. А такое тоже может быть, если они добровольно подписали мировое, добровольно не снимают с регистрационного учета, то мы должны будем через судебных приставов уже снимать их принудительно с этого учета. И все равно в любом случае тут решение будет. Поэтому никуда не деться. Вот бывают и такие дела, которые очень сложные, практически неподъемные на первый взгляд, потому что, видите, знаете, вот такой, да, стереотип, что нельзя снять ребенка, выписать из квартиры, снять регистрацию. Но на самом деле все можно. И практика такая есть. В суде я, собственно, эту практику и докладывал судебную. Ну а тут, поняв ответчик, поняв всю, в общем-то, безнадежность этого дела, он пошел навстречу, согласился сам сняться. Вот единственное, я говорю, что наши уступки были, это в том плане, что мы им дали срок на то, чтобы они добровольно снялись с учета. Еще одно дело завершено.